Когда я не стращаю себя разными бзиками по поводу правильного питания, я, конечно, люблю съесть какой-нибудь бургер. Но я хожу в бургеры какие-нибудь в виде Beverly Hills, потом что-нибудь там шак-шейк есть еще, где делают из настоящей говядины бургеры. Потом я люблю очень, когда вспоминаю, ностальгирую по своей родной еде, я хожу в Селингу. На Малой Дмитровке находится недалеко от моей работы ресторан, который держит наша соотечественница из Бурятии. И причем держит она его очень грамотно. То есть он и хорошо оформлен. Туда не стыдно привезти своих друзей, которые приехали из-за границы, или же друзей из Москвы, или из регионов. Но, то есть вот он очень красиво оформленный. Плюс там очень вкусно готовят бузы, хоть и дорогие по разнице с регионами, да, но зато они вкусные и они качественные. Там они делают и омуль, да, плюс еще строганину делают зимой. То есть они жарят печень очень вкусно. А сейчас у них пошла фишка, они очень вкусно фаршируют баклажаны, мне очень нравятся. То есть они такие старательные, что касается питания. А в целом общепит здесь, кстати, в ГУМе есть на третьем этаже столовая, и она советская, да, там можно на 300 рублей, наверное, пообедать очень хорошо. Когда я катаюсь на катке в ГУМе или же бываю рядом летом, допустим, гуляю, да, где-то здесь, то я иду и обязательно либо обедаю, либо ужинаю вот в этой столовой. Там она просто, советская. И если учитывать, что там у нас получается, Совет Федерации, или же что у нас здесь еще находится, где у нас еще есть эти общепиты, которые для наших правительственных чинов, где там, да, где у нас обед выходит в 100 рублей, да, то здесь, не 100 рублей, но не совсем дороже, чем в остальных местах. А что еще? Вообще я люблю, наверное, посидеть, поесть.